Названы 7 казахстанских компаний, которые стали лидерами государственной программы «Национальные чемпионы». В качестве поощрения они получат господдержку в размере 16 миллиардов тенге. Напомню, программа появилась по инициативе главы нашего государства для создания пула компаний, призванных стать лидерами экспорта казахстанской продукции на внешние рынки и замещения импорта. За право называться лучшими боролись около 300 отечественных предприятий. Отбор прошли только 32, ну а спустя время 4 участника сняли свои кандидатуры. И в итоге 28 потенциальных чемпионов будут бороться за возможность выйти в лидеры. Предпочтения при формировании пула участников отдавались компаниям с выручкой более 2 миллиардов тенге. Положительная динамика роста. Я хочу отметить, что компании, которые попали в итоговый список, они росли в последние 3-4 года с темпом роста в 10%. В среднем доля экспорта у них составляет тоже порядка 9-10%. В первую очередь, значит, оказание финансовых мер поддержки, второе консалтинговое и третье институциональное.